Всем привет, с вами Исхан и игра Hellblade. В прошлом видео мы прошли последнее испытание Одина, получили меч, грамм, кажется, называется, и прошли море тел, в котором было дофига всяких трупов, плавало, кровь была дофига, и немало таких неприятных врагов. Но, ну, мы с ними кое-как справились, а правда там непонятно по какой причине бомбанул. Может, настроение было такое располагающее к бомбежу, не знаю. Может, их... ну, в общем, не так уж оно все серьезно выглядело, но я почему-то бомбанул. Плюс вот сейчас у нас следующая задача какая-то непонятная, какая, куда-то, короче, мы идем. Пойдем по этому. То ли мост, то ли не мост. Там где твой меч? Да, меч клинить. Вдвоем. Я так понимаю, раз меч у нас теперь есть, значит и врагов теперь будет дофига. И судя по морю тел, их будет дофига и больше. Даже больше, чем меньше. Это не сказать, что будет приятно. Сино, мы здесь. Здравствуй, мы вернулись. Не радостно. Может, там будет какое-нибудь воспоминание? Там какой-то столбик я видел, может, это воспоминание? А, нет, это не столбик. Мы думали, что потеряли тебя, ты нам нужна. Мы пришли, чтобы помочь, не волнуйся. Мы голоса. Их помощник, когда будем. Никого не пожаловаться. Ну ладно, здесь пока на один путь. Хотя нет. Там кто-то проходит, здесь кто-то проходит. Тут их голоса не отвлекают и раздражают. Кажется, я здесь был. Точняк, я здесь был. Ну, тогда нет. Там сейчас, значит, должен быть, я, наверное, там должен был проход быть какой-то не там, который до этого был закрыт. Сейчас он, наверное, уже открыт. Вот дверь, ты сможешь? Да, точно. Уходи, я не буду тебя слушать. Ну давай пойдем. Надеюсь, это хотя бы у нас путь Хельхейм на самом деле будет. Или нет? Нет, воспоминания. Получим достижение. Я расскажу тебе историю о великом герое по имени Сигурд, который был сыном самого Сигмунда. Сигурд родился после смерти отца и воспитывал его гном по имени Регин. Но Регин совсем не любил мальчика. На самом деле он хотел лишь использовать его. Понимаешь, отец Регина владел великим сокровищем, которое ему даровали боги, но брат Регина по имени Фафнир убил их отца и забрал золото себе. Фафнир спрятал сокровище на пустоши и никак не мог покинуть его, и из-за этого, и из-за зла в сердце, он превратился в ужасного дракона. Да, логично, золото, значит дракон. Значит, это черный.
Так, временно высечь. Не нравятся мне эти звуки. Ну, как они не нравятся. Не открывай дверь, назад. Ну, блядь, поздно уже, я открываю. Вообще, мне же надо куда-то идти. Йоу, что там такое? Это опять очередной дикий? Возвращайся. Огромное чудовище охраняет вход в хельтень. Гарм имя его. Оно знает, что ты здесь, сын. Оно чует твой запах. Оставайся на свету, написано было все это. Чего боишься, Сино? Как ты сможешь спасти Диллиона, если ты боишься даже отступить от тебя? Я могу это сделать. Тогда сделай это. Так, оставаться на цвету? Ух, это что, мы когда пока мы в темноте, у нас тут вот такие вот глюки начинаются. О, чудовище караулит тебя из тени. Там от твоего меча толку не будет. Это не прикольно. Так, там... Тут темно. А вот там свет есть. Значит, мне лучше туда идти. Да, ну ладно, значит, будет держаться в свет... на свету. Бегу, 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 не надо мне орать. Бегу, 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 бегу. Открой дверь, она не может, возьми пакет. Так, не обманывайся, чудовище по-прежнему там. Чуешь его? Сыну. Нет, западня, не попадись, это не она. Это не Елена, да? Мама, ты слышишь их? Это я, Сыну. Они так громко кричат, это не она. Только ненависти. Я всего лишь хочу помочь им. Скажи, что мне сделать? Отец хочет, чтобы они ушли, и делает им мне больно, только чтобы они замолчали. Но его сейчас тут нет. Они всегда возвращаются. Он говорит, я умру, если пойду за ними. Но они говорят, что я уже умерла. Нет, пожалуйста. И они хотят, чтобы я пошла к ним. Хватит. Вот почему они тут пробираются сквозь стены. Не слушай. Ты видишь их? Видишь их лица? Он идет, Сыну, помоги мне. Выпусти меня отсюда. Не уходи. Ты больная. Опа, символ. Она лишила себя жизни, чтобы вырваться. Так, символ опять. Она не помнит, когда это началось. Когда ее мать перестала улыбаться, ее глаза выглядели всегда мимо. Глядя всегда мимо, на тот мир, который она видит, видеть не могла. Вот что бывает, если смотреть нижний мир, говорит он. Для ребенка это было слишком, но тогда она впервые почувствовала ледяной озноб страха. Я не хочу говорить о ее отце из Зиндоне. Думаю, мне не хочется ее лишний раз огорчать. Но теперь это, наверное, не важно. Ох, ладно. Да. Даже не знаю, куда лучше. Ну, кроме человека, может, назад все-таки куда пойдет. Там где-то я видел типа факелов зажигать. Я чуть-чуть так оборачиваю люди. Так, все же, куда мне лучше идти? Ну, какая разница, давай по порядку пойдем, а? Давай, наверное, наверх сначала поднимемся. Пойдем здесь.
Ее факел гаснет, вас снова придет. А здесь факел гаснет. Наверное, это плохая идея была сюда идти. Да? Ну, пути нам какой-то есть. А здесь нет? Вот, факел. Да, зажечь можно. Так. Во. Она взяла ее, осталось две. Значит, она... Зачем она делает? Все бессмысленно, ловушка. Так, значит, один символ мы уже получили. Да, да, да. Так, куда они прикрылись? А, да, вот это место я как раз. Ну да, понятно. Так, ну куда это все заглянем? Так, ага. Вот тут не было. Ну-ка, погоди, назад. Теперь вниз попробую. Звуки эти были. Чудовище было здесь, иди дальше. А вы уверены, что мне надо сюда? Ох, кукушеньки. Тут сейчас факел погаснуть нужен, да? Кто-то будет. Она должна погрузиться, она не может. Факел погаснет. Сейчас нет, давайте-ка мы назад пойдем. Факел погаснет, нам не надо пока сюда, я думаю. Пока что сюда мы не пойдем. Давайте будем места исследовать, а это оставим на последнее. Неохота мне факел гасить. Хотя рано или поздно все равно придется сюда идти. Ну, я думаю, мы лучше оставим это дело, но потом. Здесь закрыто, пойдем тогда. Ну, сюда пойдем. Что ты делаешь? Погоди, пока не сюда. Так. Так, окей. Ну-ка, давай сюда попробуем заглянуть. А? Странно. Теперь здесь открыто. Теперь здесь открыто. Ну ладно, это нормально. Все эти иллюзии, глюки и прочее, это нормально для этой игры. Теперь свет ее не спасет. Мысли не спасет. Она зажигает факел, чтобы держать в стороне тьму. Ух ты. Ну давай. Эй, 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 эй. Ты чё, в чем дело? В чем дело? Я же нажимал на блок. Ты он зажал меня, пидорас. Он меня зажал просто нахуй. Вот это вот бесит меня. Такое происходящее. Когда такое происходит в этой игре. Он просто тупо зажал. Вообще нихуя не работал. А? Так и должно было быть? Вы серьезно?
Так и должно было быть. Ну-ка. Теперь Светлый не спасет. Погодите. А может... Ну, на то. Я же получил символ. Чем мне еще надо? Блин, так и должно было быть, что ли? Что-то еще приближается. Стоп, нет, я не получил символ. Погодите, я не получил символ. Ну-ка назад. Мне казалось, почему я думал, что получил символ? Ну-ка. Да, я кому еще раз попробую. Это раз повоевать попробую. Давай, сразу, поклоняемся. Да. А! Я не на те кнопки нажимал. Ну да. Ауч! Ну давай. Ох ты. А, вот этот неуязвимый, они же неуязвимы для меня, да, так что ли? А, вот так вот они вроде не должны быть неуязвимы. Ну ты сука. Давай, вворачивайся. Да чё, почему не могу его одолеть-то, а? Я не могу его одолеть опять. Опять косячу. Ах ты, сука. Во, наконец-то этого одолел. А, тут еще есть. Ну давай, а чё ты опять зажал меня, что ли? Во! Одолел! У него получилось! Бери факел и беги! Берем факел, берем факел. Так, где тут символ должен быть? Зажигаем все факелы. О, это подъем. Как светло-то тут стало. Так, где же символ мне искать? А, вот. Ой, я себе. Она взяла, еще одна осталась. А что, если за дверью ничего нет? Это место, оно напоминает ее о ее детстве, в одиночестве, в удушающей тьме. Какую еще дверь? Она заперта в комнате ночью, в темноте, в лицах, которые проходят сквозь стену. Когда-то она думала, что их видят все. Подумай, ведь дети часто говорят это, правда? Говорят, что в темноте чудовищ. Но когда она поняла, что никто кроме нее их не видит, ее отец Зинбель уже считал ее чудовищем. Так, ну походу придется идти туда. Вниз, где у нас факел гаснет. Не сюда, дальше. Видимо, придется идти. Не сказать, что я это не рад.
Кстати, вот это можно заключить? Да, это можно заключить. Это, конечно, круто. Мне хочется туда идти. Ну ладно, придется идти. Выбор долгого я не вижу все равно. Так, здесь можно что-нибудь зажечь, какой-нибудь факел, здесь нет. Нету. Придется так идти. Ну пойдем. Без факела останемся. Это последняя сила, не знаю. Она сможет. Ну вот сразу началось безумие, что ли? Свет погас, беги, беги, беги на свет! Беги, давай, беги. Ой, есть. Я дошел, только мы все равно сейчас теперь без факела. Ух, ладно, передохнем. И вот там он еще один стоит, давай, побежали. Есть. Стой, останься на свету. На свету безопасно. Так, на свету безопасно. Оттуда мы пришли. Пойдем мы вон туда. И там у нас опять факел, но мне зажечь их нечего. Ну ладно, давай попытаемся рискнуть. Да, мне зажечь эти факелы нечего. Где-то здесь символ рядом. А давай туда. Там опять свет. О, там факел. Как раз надо нам его забрать и все зажечь, поди. Я так полагаю. Да, вот факел, возьми его, он защитит тебя. Так, ну давай. Теперь надо все зажечь. Теперь ты видишь, он сможет найти, она сможет найти руну. Да, найти руну. Как круто бы найти руну. Будешь ее искать там. Вон они, руны, ты их видишь? Не вижу никаких руны. Во, вот она. У тебя все, есть все руны, она должна вернуться к двери, спасти свою мать. Ты чувствуешь, чудовище пробирается в твой разум, ищет твои слабости. Сначала она настигла твою мать и использовала ее как приманку, чтобы заманить тебя сюда. Ты видел, как она умерла? Я не помню, мне было всего 5. But what if they lied? What if the darkness took her and trapped her here? Ладно, не будем эти баги искать, там текстуры, короче, какие-то появились, не попадались. Камера сквозь текстуры прошла. Так. Ну, да, откроем здесь. Ну все, мы открыли. Вот они у нас. Двери открыты. Пройди через дверь, ты сможешь спасти свою. Где она? Это ловушка. Ну, давай зайдем. Это западня, чудовище приближается. Не глупи. О, вот это страшно. Беги, 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 детка. Света, быстрее. Быстрее. Держись.
Что ты делаешь? О, голова Диллиона. О, его больше нет, это конец. Без его головы его душу никогда не вернуть. Его судьба решена. Диллион. Теперь она видит тебя совсем слабой. Когда ты была ребенком, страдала от своего отца Зинбеля, тоскуя по Диллион. Помнишь эту тьму, Синуэ? Чудовище принесет ее снова. Мама, почему ты оставила меня? Эта тьма, она растет. Отец держит меня вдали от всех, от Диллиона. Я не сдамся, я не буду молча гнить здесь. Я найду Диллиона. Да. И что же теперь делать? Как ты его будешь искать-то, если ты его голову-то потерял, а, Дил? Можем факелок взять? Нет, не можем. Логично. Ожидаемо. Так, ладно. Да. Да? Не сюда, не сюда. Какой-то забор, что ли, или что? Да. Нам сюда. Тут опять факел. Давай, бери факел. Чудовище там, внизу, оно следит за тобой. Да ты уберись это уведомление, ебучее оно. Факел зажечь негде. Опять какие-то символы. Дверь опять на рунах завязана. Ох ты ж, сука. Ай-яй-яй. Ну, блядь, не зажимай меня только, понял? Да ты чё, сука? Да ты когда наконец-то? Ну ты чё, сука, заебёшь ты нахуй, наконец сдохни, а? Вот, как можно, да.
Ну это чё, давай, давай, завали всех. Да ты чё, скотина? Ну, блядь. Их тут несколько. Причем не двое, больше. Ну. Этот хрен наргаста. Да ты уворачивайся, я ж нажимаю на кнопку уворачиваться. Ну ты скажи. Блять, сука. Еще места мало, нахуй. Да блять! Наконец. Где факел? Что тут еще не потух? Так, один символ найти надо. Здесь нам не пройти. Возвращаемся назад. Где-то здесь? Понятно. А где? Сарабайка. Это здесь? А конкретно где? Слушай, куда мне пройти-то тогда? Все не здесь, это где-то там. Так, ну вот символ сам собой появился, только я что-то не понял. А где он? Конкретно. Сарай, какая? Я не понял. Да, нет же. Все, не везет, чем ты. Вот тут он довольно четко в этом напарнике, я его не вижу все равно. Ух ты ж, зараза!
Вот такие вот дела, вот я не люблю, вообще раздражает. А, во, еще какие-то стоят. Ёпана, блядь. Ну и все тогда. Хули тогда, мы не пройдем нигде опять. Ну что, издеваетесь, на? Ни одно, ни другое. Может, где-то еще что-то пропустил? Скотина. Ой, зараза! Наверное, не может туда идти, там не цвет, она должна. Блин, ну конечно должна, блин, у меня нет выбора. Ой, зараза! Нет, забежали. Зажигай пальчик. Сино, как ты терпишь? Блять, там еще один Сино. Воспоминания. Единственным желанием гнома Регина было отнять проклятое сокровище у дракона. Для этого он и хотел использовать Сигурда. Он рассказал Сигурду историю о золоте Фафнира. И добросердечный герой пообещал убить дракона, если Регин выкупает для него хороший меч. Сигурд помнил, что у его отца когда-то был меч, подарок Одина. Один сломал меч, когда Сигурду пришла пора умереть, но мать Сигурда сохранила бланки меча, и из них Реген выковал знаменитый меч заново. Сначала Сигурд с новым мечом отправляется мстить за отца, а после этого вместе с Регеном они отправляются на поиски Фафнира. Че за смех? Кто ржет там? Так, а я потом залезть-то не смогу сюда. И вот эта веревка не скидывается, походу, да? Ну ладно. Давайте пока символ получим. Сейчас опять нападут. Блин. Ну вот символ у нас. Символ у нас. Что дальше? О, подожди, подожди, подожди. А, ходи.
что? Ну-ка. Зараза, не поняла, как мне эти вот... Я так понял, это вот эта вот буква М должна получиться из этого символа, да? Пока обсудим там утенька. О, вот еще воспоминал. Дракон Фафнир так огромен и силен, что убить его в простом бою невозможно. Но каждый день Фафнир выползал из убежища, чтобы выпить воды. Поэтому Сигурд вырыл ему яму на пути дракона. Залез в нее и стал ждать. Когда Фафнир проползал у него над головой, Сигурд вонзил меч духа дракона по самую рукоять. Сигурд выбрался из ямы, но Фафнир увидел своего убийцу. Он предупредил Сигурда, что сокровище принесет ему смерть, ибо оно обрекает на гибель всех, кто им владеет. Сигурд ответил, что смерть ожидает всех, а до смерти каждый хочет ненадолго стать богатым. И забрал сокровище. Ну, не знаю. Что тут и сказать-то? Так, кто-то нас куда идет? Ну давай, зажигай. Она зажгла факел, она спасется. Какой у нее план? Да нет мне никакого плана, просто тупо идем вперед и все. Так, понял. Там мост надо купить как-то, как я его пущу тут. Что мне теперь? Придется все-таки идти сквозь эту воду. Может, мне тогда он там же факел зажег, он мост, я вижу. Вроде бы, что я понял. Мне его быстренько надо отпустить, ну давай попробуем. Есть, получилось, значит, я был прав. А давайте зажигаем факел получше, что ли. Так, вот так что. Я так понял, мне надо еще что-то зажечь, чтобы создать тень и получить букву. Да, понятно. Так, ну тут факел. Ой, зажечь там где убили. Да, вот и буква М. Ну не М или как она там называется, эта руна. Я не знаю, как она называется. Так, ну что ж. Я так полагаю, все, дальше у нас что у нас? Открываем дверь. Ну пойдем открываем дверь. Дилион, она не может не думать о нем. О ярком, не ярком пламени, указывающем путь мрачным. Что дальше, чем дальше оно горело, тем больше оно убеждало себя, что существует только то, что оно освещает. Как непрочна защита от собственных страхов. Ну да, почитаем. Хотя дракон убил Сигурд, Реген хотел забрать золото, все золото как не России. Еще Реген хотел заполучить силу и мудрость, поэтому он выпил его кровь и попросил Сигурда поджарить для него драконьего сердца.
Сигурд стал жарить сердце, но он коснулся мяса, чтобы проверить, готово ли оно, что обжег себе пальцы. Машинально он сунул обожженный палец в рот, и с пальца на язык ему попало немного крови дракона. И в тот же мгновение он начал понимать язык птицы и стал прислушиваться к их разговорам. Это, походу, история еще будет продолжение этой истории. Так что смотри внимательно воспоминания. И что, мне прыгать сюда? Что такое? Чьи-то руки нахуй. Главное, факел не тушите мне. Чудовище, оно приближается, тьма приближается, быстрее. Так, это что, мы сейчас с боссом будем воевать, что ли? Вернись ко мне. Сейчас факел затухнет. Ты слышишь меня? Вернись ко мне, все нужно. Я факел затухнет, все. Ты мне сама. Не, она сейчас изначально сосредоточится. Куда бежим? Во, вой, босс! Вот и босс, вот и босс. Нет, эй, блин, я не думал, что будет босс. Я предупреждал тебя, Синула, я предупреждал тебя не приходить сюда. Я чую твой страх, я вижу твою слабость. Нет, ты предала богов, так теперь надо с боссом говорить. Я хожу с ним, ты отвернулась от меня, ты отвернулась от богов, поэтому Гиллион будет и дальше гнить в келе. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Так, по одному удару будем бить, потому что я вообще без понятия. Так, ну пока мы справляемся, что там дальше будет. Какой фокус нам выкинет, я не знаю. Ой. Главное. Вот по звуку будем ориентироваться. Эй, надеюсь, он по мне не попал еще. Не, попал он все-таки по мне. Сука, попал по мне. Опять попал. Я не вижу его нихуя. Все, мне хана. Заново начинаем. Блять, сука, как трудно в темноте ориентироваться. Сразу. Вся рука загнила. Ладно. Я так понял, надо по звуку ориентироваться, просто уклоняться. Значит, молчи. Когда он в темноте будет, я молчу. Я замолчу и буду молча тогда. Сейчас-то можно и так пока. Слушай.
Можно же средоточение использовать, чтобы его видеть. Охуеть, а я их там не подумал. Ну-ка. Опа, какая-то штука. Ах ты ж, сука. Ух ты! Скотина. Я же уклонился. Какого хрена? Ну встань, 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 встань! Да почему ты, тва? Заново. Сейчас нападет. А, сука. Ну. Куда ты уходишь? Давай, 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 уходи. Ну давай. Я нихуя не вижу. Блять, все заново. Нихуя не вижу. Блять, меня опять атаковал. Ударил. Ну встань, 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 пожалуйста, не помирай, не помирай! Померла. Вот сучка. Вот я, походу, долго буду с ним ебаться. С этим мегабоссом, нахуй. Ах ты ж, сука, опять затупил. Опять затупил. Блять, сука, встань! Я его не вижу вообще вот в этом моменте. Давай, атакуй. Блять, да что ж ты? Ей уклонит. Ну почему ты не можешь встать-то? Вот иногда то встает когда-то, то нет. Тут, блин, встать не хочет. Блять.
уходим к свету. Я не вижу нихуя. Ох ты ж, сука, я протупил, блядь. Ну все, мне хана. Ну встань! Короче, я сейчас, походу, скоро начну бомбить уже. Чую это. Я чую, что скоро начну бомбить. Да что ты нахуй, ёбище? Девка, отстань нахуй. Ну нахуй. Да ты какого тварь хуя? Блять, я не вижу же нихуя. Как вообще с ним можно воевать, если не видишь нихуя? Сука. Да блять, я же уклонялся в этот момент, когда он заорал-то, а? Ну все, я опять проиграл. Опять заново. Нахуй, сука! О! Ну, уворачивайся в сторону. Ай, я не уклонился, сука, я же слышал его, но не уклонился, все заново, сука! А? А? Есть шанс еще? Да когда же это закончится-то, а? Это закончится, да? Война-то это нахуй. Может, хватит уже с тобой воевать, а когда ты сдох? Чё, всё? Я это сделал. Я победил. Круто. Ну чё, теперь дальше у нас нас ждёт. Я же победил. Вы что, издеваетесь, что ли? Я что-то в горле пересохло. Люди думают, будто зло какая-то неестественная невидимая сила, и потому они молят богов о защите. Но зло может приносить рука того, кто верен богам. Рука знакомая, ледяная, жестокая. Familiar hand. Cold and cruel. Он пытался исправить ее своими ритуалами, держал ее заперти в этой двери. Она даже не знала, что хуже, сама тьма или то чудовище, в которое превратился ее отец.
С обоими ей было не справиться. Поэтому она ушла, отправила следом за единственным лучом надежды, который просиял в ней. Если бы она осталась, она бы не выжила. Но, может быть, живым теперь был бы Делион. Мне так жаль, любовь моя. Она получит его душу, даже если этот раз погубит свою. Forgive me, Senua. I know you have no reason to trust me anymore. Прости меня, Сенуа, я знаю, у тебя нет причин верить мне, но все же поверь тому, что я скажу сейчас. Такой была моя цель — научить тебя ненавидеть тьму так страстно, чтобы это было главной твоей мыслью в пути. Потому что иначе я боялся, что иначе ты расстанешься с жизнью. Ты заслужишь шанс отодвинуть завесу тьмы. Я не буду стоять на твоем пути. Тогда отведи меня в центр горы, как можно глубже. Ты не выживешь, домашнее зло погубит тебя. Ну давай попробуем сейчас пройти дальше. Хотя, мне кажется, пора бы нам уже закончить. Да, наверное, мы, закончим. Что там нас дальше ждет, неизвестно. Как мы сюда пришли? Не знаю. Ладно, на этом мы, наверное, и закончим. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь и до свидания.